В эту субботу в мире пройдет акция «Часть Земли». Впервые этот экологический флешмоб был проведен в Сиднее ровно 11 лет назад. Уже через год это событие обрело мировой масштаб и привлекло около 100 миллионов участников в 35 странах. В 2009 году к акции впервые присоединилась и Беларусь. Организаторы «Часа Земли» не призывают выключать жизненно важные электроприборы. Достаточно просто на один час отключить мониторы компьютеров и индикаторы телевизоров. И этого будет достаточно, чтобы ощутить значительные экологические и экономические результаты. Гродно присоединился к масштабному экологическому флешмобу 5 лет назад. В этом году в рамках акции в городе будет выключена декоративная подсветка на 12 архитектурных объектах, расположенных в центре Гродно. Ровно на час погаснет узнаваемое освещение на здании Гродненского драмтеатра, на магазине «Раница», будет выключен светодиодный экран на площади Советской и ряд зданий по одноименной улице и улице Социалистическая. К акции приглашают присоединиться и собственников зданий, расположенных в центре города. Уличное освещение будет функционировать в обычном режиме ради удобства и безопасности граждан. По приблизительным подсчетам, 60 минут без декоративной подсветки позволит сэкономить около 150 кВт электроэнергии. «Часть Земли» пройдет с 9:30 до 9:30 вечера. Присоединиться к флешмобу планетарного масштаба организаторы призывают и обычных граждан. Достаточно в это время на час выключить в доме лишние электроприборы и перейти с электрического освещения на романтическое, подарив родным и близким тихий и уютный вечер при свечах.